Чемпионат мира 1958 года. Шестой чемпионат мира по футболу в Швеции стал в некоторой степени уникальным. На него не отобрались такие сборные, как Италия и Испания. Но зато впервые в своей истории в мировом первенстве приняла участие сборная СССР, а Бразилия впервые стала чемпионом. Чемпионат в Швеции стал настоящим открытием большой эры бразильских кудесников мяча и, в частности, короля футбола Пеле, сыгравшего свой первый матч на мировых первенствах именно в Швеции. Впервые на этом чемпионате мира стали транслировать матчи по телевизору, а аргентинский голкипер Амадео Каррисо стал первым латиноамериканским вратарем, который начал играть в перчатках. Еще в первый и пока последний раз неевропейская сборная победила на чемпионате мира, проходящем в Европе. Сборная Франции на турнире в Швеции довольствовалась бронзовыми наградами, но прекрасную память о себе оставил лидер той команды, форвард Жуст Фонтен. Тогда он забил 13 мячей, что является абсолютным рекордом по количеству голов на одном турнире. Нападающий отличился во всех играх первенства планеты. Чемпионат мира 1958 года стал дебютным для 17-летнего Пеле. Будущий король футбола рисковал и вовсе пропустить его из-за травмы колена. Но все обошлось, и в результате бразильскому нападающему удалось великолепно себя проявить. Заключительная встреча предварительного раунда со сборной СССР оказалась первой для Пеле на чемпионатах мира. На тот момент он был самым молодым игроком, выходившим на поле на первенствах планеты. В четвертьфинале он стал автором победного гола в игре с Уэльсом. В полуфинале с Францией он забил трижды, став самым молодым автором хэт-трика в истории чемпионатов мира. Уже в столь юном возрасте бразильский форвард навсегда вписал свое имя в историю мирового футбола. В финальном матче Бразилия пощады не знала и выиграла шведов со счетом 5-2. Пеле в финале отличился дважды. Финал 1958 года до сих пор является самым результативным в истории мировых первенств. Наконец-то Бразилия получила праздник, которого ждала 28 лет. Надо ли говорить, что это событие отмечалось в Бразилии как национальный праздник? Все игроки стали почетными гражданами Рио-де-Жанейро. Их имена были выгравированы на специальной бронзовой доске, которую установили на стадионе Маракана.